Добрый вечер. В эфире ток-шоу «Все как есть». Я ведущая Мария Волконская. Год экологии в России. Но хватит ли Крыму времени до 2018 года, чтобы привести сферу в порядок? Проблемы можно перечислять долго, но одна из главных, тем более в преддверии курортного сезона, слив нечистот водоемы. С чего стоит начинать и какие регионы самые проблемные? Об этом и не только. Мы сегодня говорим с нашими гостями. Давайте их поприветствуем. В студии по традиции присутствует коллега с ведущим Дмитрий Михайлов. Дима, здравствуй. Добрый вечер, Маша. Здравствуйте, уважаемые гости, дорогие телезрители. Итак, мы сегодня говорим о загрязнении наших вод и о том, как с этим бороться. В связи с этим задаем вам, дорогие друзья, вопрос. Звучит он следующим образом. Действенны ли, по вашему мнению, наказания за слив нечистот водоема? Есть три варианта ответов. Первый. Да, действенны те, кто заплатит штрафы, задумаются. Второй вариант. Нет, пока не реконструируют сети, ничего не изменится. И третий вариант. Мне все равно, в нашем населенном пункте такой проблемы нет. Голосовать можно при помощи мобильного телефона. Номера будут в течение эфира появляться на ваших экранах. Также можно проголосовать в точно таком же опросе в нашей группе ВКонтакте. Она называется «Все как есть». Репосты из нее мы делаем в группу телеканал «Крым-24» и телеканал «Первый Крымский» ВКонтакте, а также на страницу «Все как есть» в Фейсбуке. Там же в социальных сетях мы собираем ваши комментарии, вопросы гостям в студии по теме эфира. И вопросы также можно задавать по телефону 978-211-46-44, мобильный телефон студии. Звоните, пишите. Самые интересные, актуальные комментарии и вопросы мы постараемся озвучить в нашем эфире. Дим, спасибо большое. Якуб, давайте сначала обрисуем, да, масштаб проблемы. Вот, например, насколько мне известно, в городском округе Ялта, да, канализация есть только в 40%, да, населенных пунктов. Как дела вообще по Крыму обстоят? Для этой работы в первую очередь мы выделили самые проблемные регионы. На сегодняшний день слив нечистот осуществляется, ну, скажем правду, в каждом курортном городе Республики Крым. Просто где-то эта проблема более масштабная, серьезная, более масштабная, где-то менее. И мы начали решать эту проблему, соответственно, там, где это более серьезно. Мы выделили это город Ялта, город Алушта, город Судак и город Феодосия. Вот городские округа. На сегодняшний день в данных четырех муниципальных образованиях порядка 20 тысяч абонентов, которые не подключены к системам централизованного водоотведения. То есть это те абоненты, которые используют для отвода нечистот либо водные объекты, ливневую канализацию, либо выгребные ямы. Была проведена большая серьезная работа, проведена инвентаризация, и у этих абонентов определено, что выгребные ямы у них не герметичны, не соответствуют нормам. 20 тысяч абонентов. Я к Минэкологии хочу обратиться. 20 тысяч абонентов. Насколько у меня информация, да, в Коктебеле 10 предприятий, владельцы гостиниц, да, 6 тысяч кубических метров за 16 год нечистот вылили в море. Это 10 гостиниц, а мы говорим о 20 тысячах абонентов. Вот, и я хочу, чтобы Министерство экологии рассказало нам масштабы проблемы, которую мы сейчас обсуждаем. Ну, проблема есть. Минприрода Крыма, как коллеги из МинЖКХ сказали, принимает активное участие в этой работе по пресечению несанкционированных сбросов стоков в водные объекты. Собственно говоря, можно сказать, что за последние две недели было проведено по этому направлению деятельности порядка 20 рейдовых мероприятий. Это за последние две недели, а за последние три года? Ну, собственно говоря, у министерства ведется эта работа постоянно, регулярно. Стоит отметить, что как бы... А вот насколько регулярно? Мне интересно. Сказали, что год экологии у нас президент, да, объявил годом экологии этот год. А вот до этого, как часто рейды такие проводили? Вот за последние две недели 20, потому что вроде как получили установку работать. А до этого инициатива какая была? Ну, в рамках возложенных на министерство полномочий, министерством, вне зависимости от того, год это экологии или не год это экологии, проводятся регулярные мероприятия контрольно-надзорные по данному направлению деятельности. Необходимо понимать, что как бы, контрольно-надзорное мероприятие в отношении юридических лиц – это, ну, достаточно сложная процедура, и она должна быть обоснована и согласована с органом прокуратуры. И в случае поступления таких обращений в адрес министерства, естественно, принимаются все необходимые меры, предусмотренные законодательством.
Общие слова, но мне нужна статистика. Если вы ее вспомните, вы мне скажите. У нас еще полтора часа эфира. К сожалению, не готов озвучить точные цифры. То, что было сделано. Ну, давайте, хорошо. Давайте тогда говорим о... Количество контрольно-надзорных мероприятий более 120 за 2016 год, в частности. Угу. Именно по этому направлению деятельности. Михаил, в Крыму началась то, о чем мы сейчас говорим, серия рейдов по незаконному сбросу. Сегодня вот проверяли Коктебель, да? Как там дела в Коктебеле? Мы знаем, что не очень. А с вашей точки зрения? С нашей точки зрения действительно не очень, потому что все-таки вот Коктебель мы видим, да? Этот населенный пункт славится давно курортными своими возможностями, курортной ситуацией, а достаточно серьезной системы водоотведения там все-таки нет. В последнее время разрабатывается в соответствии с законодательством схемы территориального планирования на Республике Крым, в том числе по всем муниципальным образованиям, которые предусматривают, ну, это один из путей развития дальнейшего, это определение проблемы и определение... А кем рассматривается, скажите мне? Схема территориального... Кем рассматривается, вы сказали, рассматривается. Кем не рассматривается, разрабатывается. Кем разрабатывается, хорошо. Администрациями местных муниципальных... А что 3 года они делали администрации? Как что делали? Готовились к всему? Спросим у Матвея Васильевича, он расскажет. Скорее, да. Просто эта схема определяет развитие всех населенных пунктов. То есть фактически это генеральный план развития населенных пунктов. В том числе он определяет те вопросы водоотведения, которые стоят перед данным населенным пунктом. Поэтому в Коктебеле, конечно, есть там частные очистные сооружения, которые эксплуатируются, но хотелось бы привести это в надлежащий вид в соответствии с требованиями действующего законодательства. Матвеевич, ну все-таки, как вы думаете, почему только сейчас разрабатывается, только вот сейчас, в год экологии, который только наступил, почему не раньше? Я думаю, что об этом не задумывались? Проблема жить как какому-то одному ведомству просто нереально. Вот сейчас как бы все объединили свои усилия, да, сейчас мы делаем рейды регулярные, то есть участвуют все. Роспотребнадзор, Минприроды, Минэкологии. То есть участвуют все подразделения, которые даже участковые нам помогают заходить. Раньше же никто не знал, что в Коктебеле такое происходит, конечно. Знали. Так. Но вы знаете как, канализация, это, наверное, проблема в головах людей. Да? То есть вот мы сейчас смотрели с вами ролик. Есть гостиницы. По документам это частный дом. Угу. Значит, проблема, она выросла здесь, ну, не за 1 год, не за 5. Она совершенно здесь росла, верно, ну, да. Долгий период времени. Вот сегодня на объезде гостиница, частный дом. Вот да, вот сегодня сказали правильно, там у нас 6 тысяч кубов с 10 объектов, сегодня вот мы их отключали, вытекает все это в море. К сожалению, нет регламента, который бы нам позволил заключить или проверять договорные отношения потребителя на водоотведение. Вода Крыма, да, у них есть договор на водопотребление, на водоотведение, к сожалению, они не проверяют, есть договор абонента, нет. То есть отключить от воды... Даже зная, что абонент не имеет такого договора, не можем. Если это надо решить законодательно, я думаю, это будет такая действенная мера для того, чтобы люди призадумались. В основном даже у больших гостиниц есть те же самые биоталы. Но, как показывает практика, все эти биоталы не герметичны, либо у каждого биотала есть переливное отверстие, по которому, когда наполняется биотал, все это перетекает в ливневку. Да, к ним приходишь, смотришь, биотал есть, документы есть, вроде бы как все хорошо. Начинаешь наполнять биотал водой, она начинает вытекать ливневку. И эта проблема, но она все равно будет решена, рано или поздно. Когда будет решена? Вот сейчас 10 только вы гостиниц, да, я так понимаю, призакрыли. Вряд ли что-то они решат, да, до начала курортного сезона. Может быть, они не будут работать, может быть, с кем-то договорятся и продолжат работу, но мы прекрасно понимаем, что в Коктебеле гостиниц больше намного. Почему только эти 10? По какой такой наводке эти 10 вы выбрали? Это или это просто так? Сегодня были просто планы мероприятия. Сегодня. Это у нас было только на сегодня отключение. Сегодня мы отключили 15 абонентов. Это только сегодня. Вообще, с началом рейдов по Феодосии, мы берем Феодосию, Приморский, Коктебель, Курортная, у нас уже отключены порядка 50 абонентов от водопотребления и порядка 135 предписаний мы уже выписали на устранение. Работу эту ведем с водоканалом совместно, ежедневно. Да, курортный сезон близко, но никто не говорит, что мы курортный сезон остановимся. То есть работа будет вестись планомерно,
будем все равно. Якуб находить... говорит, остановимся. Мне перед эфиром сказал, что на курортный сезон остановится. Договоритесь между собой. Мы эту будем работу проводить так, чтобы отдыхающие не почувствовали ту работу, которая проводится Министерством ЖКХ и в составе этой межведомственной комиссии. Там, где будет выявлен факт прямого попадания нечистот в море, конечно, мы не будем сидеть и ждать, когда наступит там сентябрь месяц, и мы благополучно это перекроем. Мы приедем, отрежем это так, чтобы наши отдыхающие не почувствовали. Игорь, вы верите в это? Это сложно, но я думаю, что это возможно. Не, подождите, отдыхающие не почувствовали. У людей бизнес, люди прекрасные предприниматели, а те, кто держит гостиницы, держат и не одну гостиницу, может быть. Мы не говорим о простом, да, каком-то человеке. А есть гостиницы очень даже приличные, у которых нет канализации. Наверняка, может, попытаются договориться с администрациями и продолжить работу. И опять в море-то мы хотим море почувствовать. Я думаю, что это решение договориться в любом случае неправильно, потому что рано или поздно опять же придут, опять же поругают, и достаточно серьезно. Я думаю, здесь вырастет спрос на мобильные очистные сооружения, которые будут устанавливаться в гостиницах. Чем чаще, чем больше мы на это будем обращать внимание, чем больше контролирующие органы будут проверять объекты, находящиеся, особенно на южном берегу, в тех поселках, которые в последнее время очень активно развивались. А что такое мобильные и насколько они дорогостоящие? Я думаю, сейчас такие технологии, что они достаточно приемлемы. То есть каждая гостиничка может поставить себе, в зависимости от количества номеров и объемов, этих нечистот, поставить эти мобильные очистные сооружения, и в этом проблем нет. Матвей Ильич, что такое мобильные? Мобильные очистные, это очистные, они начинаются, например, от 10 кубических метров в сутки. Вот тоже многие жалуются, что у нас не хватает воды, да? Но все же понимаем, что есть очистные сооружения, вот эти мобильные, да, которые можно, значит, закопать в землю и получать из них техническую воду. Для полива той же самой территории. То есть они очищают до такой степени очистки, что вода это может использоваться для полива. Потому что в любом случае, если мы ставим стационарную, как очистную станцию, да, мы же все прекрасно понимаем, что по закону мы не можем даже с этой станции принимать очищенную воду даже в канализацию. То есть это запрещается. Но для полива на своем участке можно использовать. То есть мобильная это как бы мини-выход, скажем так, мини-выход, да, временный? Она занимает размер, ну, в зависимости от комплекса. То есть, а где я должна купить эту мобильную? У какого-то определенного предпринимателя, предположим, в вашем городе вы рекомендуете его, или я где хочу, приобретаю? А перечень сооружений, не сооружений, а мобильных станций честных, по-моему, очень широк. И сертифицирован в том числе. Мария, на сегодняшний день это все очень доступно. Вот, очень доступно. Локальные очистные сооружения – это не временный выход, это мини-очистные сооружения, которые при надлежащем уходе и обслуживании могут служить очень долго и долго. Вот, поэтому все зависит в первую очередь от подхода к ведению бизнеса. Вот мы очень сильно переживаем за бизнесменов, да, а то, что они нарушают экологию. Пусть они попереживают за нас и за детей, да, которые купаются в таком море. Ну, конечно, да. Поэтому здесь все как бы нужно начинать разговор с того, что как бы отношение к, вообще в целом к Республике Крым, да, отношение к другим отдыхающим, да, которые находятся также рядом по соседству. Почему вот одно учреждение, где там отдыхают люди, поставило себе мини-очистные сооружения, нашел, ну да, ответственный, нашел бизнесмен подошли, возможность, да, ответственно подошел, а кто-то просто, да, у меня вот здесь рядом ливневка течет, я туда отвод сделаю, пускай оно в море растворится. Но так не бывает, потому что уже ситуация настолько критическая, что приходится принимать именно вот такие вот меры. Мы не сегодня пришли и сказали: дружище, у тебя стоки в море текут, мы, наверное, тебе сегодня и отрежем. То есть предупреждающие какие-то меры? Конечно, были уведомления, причем неоднократно. Эта работа также ведется на постоянной основе. Просто именно в этом году уже назрел этот вопрос, и правительство приняло решение, что все, хватит уже загрязнять акваторию Черного моря, уже пора действовать. Так, теперь как мы действуем, Михаил Ильич? Значит, вот массовые рейды мы обнаружили, предположим, сегодня в Коктебеле, да, незаконное подключение, да, или сброс. Что мы делаем? Смотрите, главой республики было издано распоряжение, которое создало межведомственную комиссию. Угу. Комиссия, которая призвана оценить ситуацию и принять необходимые меры. Со своей стороны водоканал принимает участие в составе работы комиссии для оказания содействия администрации. Мы обладаем определенными квалифицированными специалистами, обладаем необходимой техникой и возможностями выполнить ту работу, которая предусмотрена вот этой работой комиссии. А именно, допустим, были определены точки незаконного
подключения к ливневой канализации. Законом это фактически запрещено, не должно быть. Но наша жизнь такая, что мы обнаруживаем это. И мы, так мы обнаружили, все это понятно, мы тоже знаем, где. Мы обнаружили, что мы делаем с этим? Находим это и отключаем в установленном порядке. Там ну что, а человек идет и подключается опять? Нет, мы можем, если затампонируем, то так, что уже вот больше не получится. Вот наши журналисты сняли процедуру, уж хотела от вас вот это услышать, да, тампонирование труб, давайте, по которой ведется спрос в водоем, давайте посмотрим. Затыкаем бутылкой, значит, запеним ее вовнутрь пены. То есть мы ее укрепляем. Таким образом. Пена фиксирует бутылку, и, соответственно, обжимая ее, мы глушим трубу. Этот сток. Тем самым устраняем попадание неизвестных сбросов в море. Скажите, пожалуйста, сколько нужно времени, чтобы вот эта пена застыла? Максимум 3 часа. Ну, минимум час, максимум 3. В зависимости от перемены погоды. Да, мы это видели. Хорошо, что что-то делается. Уже хорошо. Очень. Я хочу знать, давайте начнем с хорошего. Уже хорошо. Что-то придумали, что-то делаем. Но мы же понимаем, что, в принципе, Анатолий, хочу, чтобы Игорь присоединились, что это не особо так и действенно, потому что мы вот эту часть трубы разрезаем, это наша с вами труба, да, предположим, мы ее перерезаем и обратно все как бы... всего это да? Все-таки временная мера. Вот да. Бутылкой так не заткнешь. Вот, так а нужно ли как бы вот время свое тратить, Анатолий? Это стимулирует собственников прежде всего принять участие. Уже 2 года мы знаем, что такие районы, как Коктебель, Малореченские вот эти все села, там купаться уже, в принципе, нельзя. Мы знаем, что вложены там с предыдущей власти там большие деньги, построены очень, там, вложены деньги. Вот в Рыбаче взяли, установку поставили, которую знаем, что она не работает. Малоречки строили шайбу, вот сейчас она брошена, нет пути решения, и пока что непонятно, что с ней дальше будет. В Солнечногорском такая же история, стоит старая вот эта вот установка, которая давно не работает, и вот эта условно очищенная вода идет напрямую, просто в море сбрасывается, и, естественно, как-то Бели страшное дело вообще, там ходить вот в районе Эллинга, ну это же вообще невозможно даже проходить. Около памятника нашему дорогому поэту в этом районе самая большая вонь, наверное, потому что там выходит как раз ливневка, и все это идет в море. От чиновников все, наверное, крымчане ждут точно, что 1 июля в море больше неочищенные стоки сбрасываться не будут. Хотя бы с очистных сооружений. Что эти очистные сооружения какими-то быстрыми путями заработают. Каким путем они заработают, да, то, что есть хотя бы те вот сооружения, которые есть. Начинаем вот Рыбачи, Малоречка, да. Там есть сооружения, которые должны работать. Есть чиновники, которые отвечают, в том числе водоканал. Так. Вот у меня вот вопрос вот каждому чиновнику спросить. Скажите, когда вы последний раз общались, есть наука, да? Мы знаем, в Крыму есть наука, есть институт. Так. Когда в последний раз вы разговаривали с кем-нибудь с кафедры водоснабжения и канализации нашего НАПАКСа? Зачем с ними разговаривать? А кто предложит самый лучший путь решения вопроса? Да? Вот поставили в Рыбаче вот эту установку, которая не работает. Она новая, в принципе, да, она там какая-то там европейская. Вот здесь присутствует у нас Штонда Юрий Иванович, который может на эти вопросы ответить. Он с кафедры как раз вот, с института. Да, это наука. Вот кто с ним общался, кто и знает этого товарища. Да? А я его слышу, что он много лет рассказывает. Есть быстрые пути, которые можно решить вопросы. Если в Коктебеле, мы знаем, инвестор построил на 90% очистные сооружения. Вот сейчас мы об этом поговорим, а тут по ФЦП выделяется, работать, да? Там быстро можно сделать. Угу. Нет, мы ждем ФЦП, и для это того, ФЦП чтобы в другом через 3 месте, года понимаю, может быть ну, да. по нему когда-то будет построено. Не такая совсем. То есть по Коктебеле очистные сооружения, да, они там строятся уже 10 лет. К сожалению, 10 лет. И мы общаемся с коллегой регулярно. Ну, мы с ним встречались, наверное, недели 2 назад по поводу очистных сооружений. Там готовность
Половина готовность. Ну, хоть половина. Там, а зачем строить в другом месте, ждать денег и строить в другом месте? Проблема... Деньги. Хочется освоить, наверное. Проблема не в этих сооружениях. Если даже мы построим сооружения, сети кто сделает? Если люди не готовы строить сети, мы хоть двое, посмотрим, на одной стороне поселка, на другой. Если гостиница не готова вкладывать деньги в сети, в коммуникации, хотя бы в своей части, эти сети будут стать просто пустыми, загруженные. Сейчас там, вот по Коктебелю, есть сочные сооружения, там их три сейчас сочные, на... У Приморья, у Залива и у винзавода. Троечные сооружения, три. То есть, в принципе, они вытягивают где-то 1200 кубов в сутки, очные сооружения. Да, потребление в пик поднимается. Но если бы все хотя бы сделали сеть, хотя бы к этим очным сооружениям, уже было бы легче. Вот мы сегодня ходили по гостиницам. Ну так они же обязаны это сделать. Обязаны сделать, хотят, понимаете, хотят, как сейчас закон как говорит. Воду мы дали, а вот отведение не проверили. Куда он сбрасывает, с кем у него договор. Да, проблема есть. Но мы сейчас, вот и заняться водоканалом тем, что мы всех абонентов уже прошли. Допустим, по Феодосии сейчас абонентов, 50 тысяч лицевых счетов. У 9 тысяч абонентов нет договорных отношений на сброс, ни на вывоз. И с ними надо вести работу. А через сооружение мы достроим. Сдача, акт сдачи объекта в эксплуатацию, да? Посмотреть на эти акты надо. Сдача в эксплуатацию, отменить их судами, как угодно. Перестать их эксплуатировать, запретить эксплуатацию, пока ну, вот вы новый дом будете принимать в эксплуатацию. Что должно быть? Все сети, должны быть выполнены. Технические условия все должны быть выполнены. Если этого нет, все, закрыть и не разговаривать. А то мы жалеем людей. А кто пожалеет остальных крымчан? Кто пожалеет курортников? Кто это все Игорь, сделает? Игорь, как может кроме быть власти? На депутатском уровне? Может быть какую-то инициативу внести, запретить работать тем объектам рекреации, которые не имеют канализации, не имеют законодательных подключения к сетям и так далее. Но я хочу сказать, что на законодательном уровне есть все ограничения, которые касаются объектов, не сданных в эксплуатацию, которые не имеют очистных стоков или установок по очистке этих очистных стоков. То есть они уже они все равно, есть, эти люди, да, нарушают законодательство. Люди просто нарушают, может, привыкли нарушать. Может, они под чем-то прикрытием работают, я все-таки настаиваю. Я сомневаюсь, настаиваю. Что там десятки тысяч людей работают под прикрытием, но вот кадр, который показали с бутылкой, ну, честно, ну, смешно даже. Умиляет даже, да. Да, то есть что такое бутылка? Ну, пробили ее заново там, и она потекла она дальше. Арматуркой заостренной. Дальше, понимаете, вы даже если это закрыли, то куда-то оно же должно потечь. Не, оно потечет. Знаете, оно... По поводу этой бутылки могу пояснить. Я сегодня утром там был и знаю. Если мы подняли бы камеру чуть выше, там стоит стена. Вот эта труба, она выходит из стены дома. К сожалению, там ничего другого, как вот просто предотвратить пока на сегодняшний день, сделать невозможно. Если вы посмотрите там дальше, у нас есть ролик, я думаю, будет показывать. Когда мы сейчас делаем проще. Нашли трубу, в обратную сторону давлением подали и нашли сразу, какая гостиница. У кого? Только мера так. Как поиска, она интересная, она может быть. Но как постоянно решить проблему путем бутылки, ну это нереально. Как поиск, да, возможно. А что депутаты думают, что какую, как проблему решить? Вот, Игорь, ваше мнение. Ну, первичная должна быть генеральная схема сточных вод на каждой территории. То есть к этой схеме необходимо иметь, у каждого жителя проживающего необходимо иметь возможность подключиться, чтобы предложить людям условия. Ну, мы же не можем, мы людям сегодня выдали и поджилищное строительство, огромное количество участков, но не обеспечили их ни водой, ни канализацией, скажем так, если открыто говорить на сегодняшний день. Не говоря о тех гостиницах, которые сегодня находятся в жилых домах, как мы знаем, курортных зонах, большинство из них не зарегистрировано, но тем не менее они поднимают экономику Крыма. То есть они пытаются создать, они пытаются обеспечить условия для наших туристов, но у них нет полной возможности, возможно, сделать в полной мере. Есть недобросовестные. Ну, так они, понятно, что они пытаются вроде как и туристами обеспечить Крым, но тем не менее столько в инфекционке будет лежать после вот этих сточных... Купается в море, и больше он туда не приедет. Скажите, вы местные, вы знаете. Недобросовестные еще такие люди. Купаться нельзя. Все, невозможно купаться. Там вообще невозможно купаться, судя по тому, что туда... Когда вода плюс 25, купаться невозможно.
Там Нет. можно зимой купаться, вот пока курорт. Есть курортники недобросовестные, приехали, считаю, люди, курорт. Которые имеют возможности поставить те же, как я называю, мобильные очистные сооружения, да. и они их не ставят. То есть для этого есть контролирующие органы, которые заниматься должны контролем, выявлением таких, таких предприятий, гостиниц. Но при этом четко понятно, что оно должно быть у них. Оно обязательно должно быть в каждой гостиничке. Если этого нет, значит, существует проблема. Проблема обходит разными сторонами и под предлогом того, что выгребная яма не запрещена, но она должна быть герметичная. Я думаю, что здесь необходимо еще, возможно, вести лицензирование компании, чтобы это не хозспособом выполнялись работы, а компания, которая за это отвечает. И приемка потом. И да? приемка, да. Прошла... У нас к самой яме есть стандартная. У нас как бы, кто бы ее ни делал яму, ее принимает следующее предприятие. Там должна быть герметизация полная. То есть есть требования... А СМПИНа и ГОСТа к самой яме. Поэтому, кто бы ее ни делал, она либо проходит эксплуатацию, либо нет. У нас по яме есть мнение замглавы администрации Судака. Давайте послушаем его, да, и потом. Для населения это на своих территориях необходимо устройство септиков, выгребных ям и не допускать сброса в русло рек, потому что мы все зависим от курортного сезона. И от того, какая у нас будет природа, будет зависеть и благосостояние как и самих наших жителей, так и республики в целом и государства. То есть на сегодняшний день люди должны только сами, да? А вы не знаете, сколько стоит в среднем эти сооружения, вот, на частный дом обычный? Сколько нужно потратить, чтобы понимать, в каких цифрах вообще идет речь? Ну, вплоть до того, что если есть септики, которые сертифицированы, которые имеют документацию и так далее, но если люди в частном порядке выполнят выгребные ямы, то и этот вариант на сегодняшний момент решит, снимет острую эту проблему. То же самое нам и в Коктебеле, кстати, сегодня журналистам прокомментировали, вот сказали наша такую же позицию. Система государственная, да? бюджетная, мы понимаем, что первый год это проектирование, второй год это строительство. Да, это ну, минимально, если очень быстро, тогда через два года, может быть, все это начнет то работать. То есть уже как год у них уже должно работать. То есть два года мы понимаем, что уходим в никуда. Другой путь, вот этот вот септики и все прочее, да, там ничего не сложного. И до курортного сезона, если власть будет жестко карать, люди действительно увидят, что это страшно и надо все-таки делать. Люди не верят, что это страшно. Ну, затампонировали, завтра они растампонируют, и дальше будут то же самое происходить. Что такое яма, мы понимаем. А септики, что это? Это научное название той же ямы. А, хорошо. Вот эти Т-34, там установок много разных. Поставить ее, установить, это буквально ну, 2 месяца, это максимум, что на это надо. Угу. И тогда все это будет работать. И так же, вот, как сказали, вода будет на полив идти, и все будет работать. Тогда в море вот эти сбросы перестанут поступать. Так, то есть, получается, все мы делаем руками людей. Люди, значит, ямы должны сделать, эти канализации временные себе купить, к сетям подключиться. А что государство и чиновники должны делать? Ходить и контролировать? Почему? Или что? Государство на сегодняшний день... Ну вот я отвечу на вопрос Анатолия Ивановича. Да. Кто там из чиновников общается. Я являюсь аспирантом кафедры водных ресурсов и энергетики Академии строительства и архитектуры. Ну, это бывший НАПАКС. Да? Угу. Вот, поэтому как бы, в своей работе, конечно же, я часто очень общаюсь и с деканом факультета, и с преподавателями, откуда я черпаю как бы, знания теоретически для того, чтобы их применять в своей практике. Вот, что касается... работы государства. Да? В первую очередь нужно эту работу всю систематизировать. То есть нельзя как-то временные какие-то мероприятия, они дадут какой-то локальный эффект. Но в целом система будет и дальше сдавать сбои. Первое, что было принято решение, это разработать единую схему водоснабжения и водоотведения Республики Крым. То есть эта схема делается для того, чтобы грамотно подходить к использованию, к эффективному использованию водного ресурса, да, который сейчас в Крыму ограничен, и, соответственно, найти правильное решение по обращению с сточными водами. Вот поэтому сейчас прорабатываются решения даже такие, чтобы сточные воды использовать, очищать и использовать их в целях орошения. Когда эту схему мы вот эта схема, уже сделаем? Эта схема планируется к утверждению до 1 января 2018 года. То есть основная работа уже проведена, собраны необходимые данные,
И сейчас уже специалисты проводят работу по своду всех этих данных, которые собирались на протяжении более чем года со всех муниципальных образований, собирались также предложения, потому что сеть разбалансирована, в целом водный баланс по республике определить достаточно проблематично, то есть эта схема нам покажет, в каком направлении нам в дальнейшем двигаться. А что Минэкология может предложить людям? Спасибо. Ну, я просто не закончил. А, да. Вот. И это что делает государство? Также дополнительно была разработана региональная адресная инвестиционная программа на 3 года, 17, 18, 19. И в данной программе предусмотрены мероприятия как по реконструкции, строительству, капитальному ремонту систем водоснабжения, также и по системам водоотведения. То есть это и сети, и сооружения, и очистные насосные станции и так далее. То есть в этом направлении работа ведется. Также муниципалитетами в данном направлении тоже работа ведется. Выделяются средства, осуществляются работы по разработке проектно-сметной документации. Она должна пройти экспертизу перед тем, как бюджетное финансирование выделить на тот или иной проект. Это на самом деле все занимает время. Если капитальный ремонт, допустим, это быстро, если мы заходим в новое строительство или реконструкцию, только разработка одного проекта может занимать до года, потому что есть там определенные изыскания, которые это все в конечном итоге процесс оформления документов увеличивается. То есть это не просто мы там сидим год и не знаем, чем нам заняться, и в ушах ковыряем, как бы нам нагрузить народ, чтобы он там септик себе поставил и так далее. Все, это радует. Это все законодательно прописано, и в первую очередь нужно начинать с сознания людей. То есть ты крымчанин, ты живешь в Крыму, ты видишь себя в будущем в Крыму, да? То есть у тебя есть проблема с отведением стоков, ты должен там, если ты занимаешься бизнесом, ты должен поставить все локальные очистные сооружения. Ты должен, ты можешь там это вложить потом в цену отдыха, все равно люди приедут, да? Вот. Потом, если, например, ты какое-то физическое лицо, да, у тебя нету возможности подсоединиться к системе централизованного водоотведения, ты должен проработать вопрос, как тебе установить этот септик герметичный, да, который бы соответствовал всем нормам и требованиям экологического законодательства. Все зависит в первую очередь от людей. Да, можно сделать просто яму экскаватором выкопать и там, ну, после меня хоть трава не расти. Но я с вами полностью согласна. Этого у людей наших пока что нет. Вот из 20 тысяч абонентов, то, что я сказал, это порядка 80%. Это именно вот эти выгребные ямы, которые на сегодняшний день дренируют. И они все равно, эти воды, они попадают в поверхностные воды, водный горизонт. Они попадают в море, в реки. Люди думают, что это родник, и начинают там целебную воду. Да, в Ялте тоже в центре, возле хорошего отеля, тоже люди купаются, а оказывается, это да. Мы-то местные знаем. Что касается вот этих бутылок, да, вот сейчас как бы я чувствую, что это как камень в мой огород. На сегодняшний день все средства хороши. Это может быть сегодня бутылка с пеной, завтра это может экскаватор выдернуть эту трубу. Но мы идем таким способом и говорим людям, что это нельзя делать. Можно, конечно, закрыть воду, но мы к этому пока что не, до этого пока что не дошли. Ну, лучше, конечно, наверное, закрыть, может быть, тогда поймут. Послушайте, мне в анкетах перед эфиром отвечали на вопрос, когда будет канализация в Крыму. Ну, практически там, ну пусть не 100%, там, да, 90%. Вот вы, Якуб, сказали, этим занимаетесь, да, разрабатываете, и то, что нам сейчас перечислили, сказали лет 10. Вот Виталий, не знаю, что разрабатывает, он сказал года 3, через 3 года. Ну, почему вы на таком позитиве, Виталий, ну, что там в Министерстве экологии у вас происходит? Хотелось бы верить, что общими усилиями, всеми органами исполнительной власти, все-таки мы более быстро придем к тому, к чему стремимся. Ну вот даже я, не работая в этой сфере, понимаю, что через 3 года этого не будет. У меня, внимание, вопрос. Почему вы считаете, что будет через 3 года? Ну, я не считаю, я надеюсь, что все-таки через 3 года. Не, надеяться не надо. Вы как человек, который исполнитель, давайте мы будем. Задача сейчас привести в порядок те сети, которые у нас сейчас есть. Угу. Износ сетей водоснабжения и водоотведения на сегодняшний день составляет порядка 75-80%. А Анатолий у нас вообще знает больше, наверное, поэтому он написал 20 лет. Это народная мудрость уже такая, знаете. Общение с населением. Вот, если республика будет дальше развиваться, то этот процесс можно растянуть и на 30, и на 40 лет. Ну, безусловно. Главное, нам понятно, что то, что сейчас есть, привести в порядок, а там уже дальше, понятное дело, мы будем. Пожалуйста, руки в зале. Молодой человек, мужчина, вы хотели высказаться раньше? В самом начале разговора я хотел представителю Коктебеля задать вопрос, потому что везде мы слышим о том, что затыкать, закрывать, перекрывать и не пускать. А хотел задать вопрос.
А на какой вообще-то объем вам, у вас потребность рассчитана очистные сооружения, которые есть? Наверняка же не на то количество, которое присутствует народ. Гостиниц, в частности. И так сказали, что не подключается, да, насколько я понимаю, сейчас что справились бы ваши очистные сооружения, но только люди не подключаются, недобросовестно. По Коктебелю есть встречные сооружения, я еще раз скажу, это Приморье, залив и винзавод. Их мощность 1200 кубов в сутки. Да, по воде, туда воды поставляется ежесуточно, вот в курортный сезон где-то до 3000 кубов. Соответственно, вы можете посчитать. 3000 кубов мы поставили, допустим, там 1000 кубов входит на полив, то есть, да, где-то кубов 600 уходит, попадает в который будет, либо в выгребы. То есть это уже надо уже как бы, ну, если вот берем, что, допустим, 10 гостиниц скинули 6 тысяч кубов за год, да, можно это все, в принципе, посчитать. Но есть же и добросовестные, вот, ну, у меня есть примеры, да, допустим, гостиница. Они в отсутствии подключения обратились к администрации. Дайте нам одну сотку земли дополнительно, где мы поставим очные сооружения с запасом, и перспективой на то, чтобы кто-то еще хорошо к нам подключился. Хорошо, администрация дала? Конечно. Отлично. То есть мы идем навстречу таким гостиницам. Но по Коктебелю вы же знаете. По Коктебелю, даже если есть та сеть, которая сейчас существует, там вот Приморье залива проходит по Коктебелю, настолько сейчас плотная застройка, настолько за участки разбиты, каждый пытается выжать из него максимум этих комнат, то есть как бы застраивают все. Потом заходишь на территорию, 5 соток вроде бы, и собственнику даже у себя во дворе поставить негде ям, потому что настолько все застроил. Дворики, мангалы и комнатки. Да, все. Шанхай. Да, по-другому не назовешь. Да, пожалуйста. Администрация выясняет уже после того, как построено. А я понимаю, роль администрации, извините, я договорю, роль администрации, вот чья-то мысль прозвучала здравая, о том, что прежде чем строить, должны обеспечить тем-то, тем-то, тем-то. Частник, не возражаю, тоже должен быть. Но давайте возьмем, мы частник нынче выживает вопреки, а не благодаря нашей власти или нашим чиновникам. Раньше у всех было обеспечены работы, а этот доход был бы как бы подспудный, ну, дополнительный. Сейчас это вот основной. Какие частники? Частные, в смысле, те, кто сдает жилье? Да, да, да. Сейчас не, у нас сеть. Они же выживают, просто у нас же как, три месяца хотят работать, заработать, а все остальные 9 месяцев, никто же не работает. Вы знаете, как? А давайте маленько отмотаем время назад. Вот маленькое время назад отмотаем, да? Был Коктебель, чудесный поселок, без хаотичной застройки. Были сети, какие-никакие, но не были. И они справлялись со всеми стоками. Что начали делать люди? Лепить эти конуру, по-другому не назовешь, застраивать ливневки, линии. Мы даже находили те места, где идет нормальная канализация, того же самого залива. Смотрим колодец, разбита их труба, хаотично стекают другие трубы. То есть люди сами это сделали. И говорить о том, что администрация не идет навстречу. Да, но людям никто не запрещал это не делать. Запрещал. Начнем с того, мы что в сейчас. Городе есть хозяин, так вот, назовем, да, сейчас. Мэра, который как бы это видит, что это творится. Но к нему, не знаю, кто пришел, брат сват, и он не запретил сейчас это делать. Тех условий. Тоже раньше это такое было. Сейчас тех условий, к сожалению, нам давать туда на какие домовладения? Потому что сейчас застройка закончена, да? Есть новые места, гостиницы начинают строить. Они все получают тех условия. На воду в том числе. А по канализации они все прекрасно знают, что они должны установить себе либо биотал, либо септик. Да, в принципе, все по деньгам, вот что, они ввели бы магистраль до подключения ближайшего, что они сделают себе в землю, контейнер заложили, эту воду же можно использовать техническую, она же для полива. То есть по деньгам это одно и то же? По деньгам, в принципе, это одно и то же, смотря, оно зависит только от количества. Спасибо. Но... Давайте, ваш вопрос формулируем и дальше идем, потому что вижу наш много рук в зале. Я в конце концов хочу сформулировать таким образом. Вот сколько, вот по Рыбачье, Малоречка, Солнышко. Мы знаем ситуацию, я более чем хорошо, даже лучше Анатолия Ивановича знаю ситуацию. Он приезжал и к нам, знаем, ничего не помог. Только констатировал факты, ни более, ни менее. Ситуация также и больше ухудшается. Решение вопроса было предложено. Сумма решения вопроса была... Вы же работали начальником коммунального предприятия. Да, что же вы ничего не сделали? Обанкротили его и бросили, ушли. Или точнее выгнали вас. А теперь вы эксперт нашей области. Так вот, под началом это было сделано. Сюда. Конечно. Не перебивайте, пожалуйста. Что ж вы это не признались нам? Должен я вам сказать. Я хорошо знаю, так что... Все, теперь давайте я договорю. Коль уж вы затронули этот вопрос, я скажу. Я был народный директор. Меня люди поставили. За 4 месяца мы вытягивали ситуацию. Более того, мы подняли, там и, в общем-то, раскачали у нас ситуацию. Хотя, как нам говорили, что не везде, не лучше, не хуже, как у всех, в общем-то. Так и так, ситуация у вас такая же, как и в Коктебеле, на сегодняшний я так понимаю, день, правильно? Пока много сидит, если кратко говорить, много сидит тех чиновников, которые блокируют того же Сергея Валерьевича.
не дают дать помочь конкретно решить вопрос. Конкретно, это 100%. Вот, что? Конкретно. Кто блокирует, чтобы не голословно, четко скажите, чтобы знать, кого наказать. То есть вы считаете, что там что-то именно у вас в Малоречке? 100%. Потому что Сергей Валерьевич приезжал в Алушту, для решения вопроса Малоречка обозначили цифру, насколько хотя бы у нас сохранить те, которые так есть, заставить работать нормально. Обозначили, а местные чиновники сумму. Что говорят? Сказал, да. А другие чиновники... Мы Огневу приглашали на эфир, кстати, этого. Она не пришла, между прочим. Хотели, чтобы она ответила на эти вопросы. Это же Калужский, правильно? Огнева же за это отвечает, за ваш... Ну вот. Да, она отвечает. Не пришла. Вот. И того нерадивые чиновники у нас, по сути дела, которые находятся в тех пор, так и остались. То есть вы считаете, что это чиновники на местах блокируют? А почему? У них, наверное, есть интерес к этому объекту или что? У них либо... Про интерес я не скажу, но я так понимаю, не хватает профессионального управления региона, потому что как не получилось... При Януковиче и сейчас не получается. Потому что те же люди остались. Все взагалі. Я понимаю, проблема? Она плохая всегда. Это по определению. Что власть не делает? Что? Что мы не делаем для того, чтобы все было хорошо? В частности, мы предложили... Что нужно сделать, кстати, Валерьевич? Вот скажите в двух словах, что нужно сделать и закрывай эту тему. Что вы предложили? Небольшую сумму денег, которую расчеты Аксенову подали. Деньги, сказал, найдем. Что сделать? Еще раз сформулировать. Что нужно сделать? Очистные поставить или что? Заставить работать те честные, которые есть у нас. Угу. Они же и сейчас не выполняют эти, которые ту функцию, новые построены, которая вот должна работать. Там, да, разные есть. И новые, и недостроенные, и вот, старые. Больше того, а вокруг... Огнева что вам говорит? Были у нее на приеме. Что она говорит вам? Потерпите. Ну так терпите. Сколько? Так и мы говорим, власти тогда тоже терпите. Говорит, а сколько терпеть говорит? Вот и мы говорим... Премьер сказал наш Еще Медведев. Раз, сколько терпеть? Когда вы последний раз были у Огневой, сколько она сказала терпеть? Значит, назад видели, наверное, 3 года сказали, потерпите, и все наладится. Все. А за 3 года, вот как было сказано и Якубом, да, значит, что все будет лучше, надеемся. А лучше будет из-за чего? Из-за того, что людей к нам больше не поедет. Нагрузка на честные испарится, и поэтому... Нет, вы же видите, что программа есть. Ну, значит, если сказали потерпеть, может быть, есть какой-то аргумент. Тут я не могу сказать. Пожалуйста, вы откуда? Я тоже село Рыбачье. Ой, я чувствую тут вас. Да. То же самое, ну, мы смотрите, просто я как бы... Я надеюсь, это другой уже какой-то объект. Интересы населения я представляю. Я хотела бы вот вам сказать, как быть тем людям, которые стали вновь абонентами, которые были раньше на балансе одного предприятия у нас, да нет, шахта-проходка, а нас просто отрезали от этой воды и передали воде Крыма, как вы говорите, вот очистные сооружения и так далее. Вы, наверное, слышали эту ситуацию в прошлом году, в апреле месяце? По скважинам проблема. Так как вот быть этим людям, у которых нет канализации, у них просто выгребные ямы, их никто на тех условиях не принимал и так далее и тому подобное. Это первое. Второе, нам никто не дает ответ. На самом ли деле у нас будет дальше такая ситуация со скважинами? Выиграла суд эта уважаемая дама, не выиграла суд эта уважаемая дама. Нам никто не дает этого ответа. Сейчас, давайте, вы понимаете, да, телезритель, ну, меня понимают, как бы, о чем я говорю, сидит, правильно? Ему тяжело понять вашу ситуацию. И население, которое давайте, я представляю, тоже понимает, пожалуйста, о чем я говорю. Хорошо, пусть кто, не знаю, Анатолий... Давайте я немножко поясню, потому что водоканал – это организация, которая эксплуатирует те сети централизованного водоснабжения и водоотведения, которые были построены в установленном порядке по тем проектам утвержденным и введены в эксплуатацию. Мы эти сети эксплуатируем. Все, что у вас на балансе, вы эксплуатируете. Совершенно верно, да. В последние 2 года мы... принимаем на баланс многие системы водоотведения и водоснабжения населенных пунктов республики, которые, к сожалению, за многие десятилетия их эксплуатации были приведены в достаточно печальное состояние. С целью приведения их в соответствие, определения правильной позиции государственной линии, определения необходимых на это государственных средств, потому что каждое мероприятие, которое уважаемые потребители говорят, без сомнения, они необходимы. Есть мероприятия, которые выведут данные системы на нормальный уровень, но они все необходимы финансироваться. Как бы это финансирование не осуществлялось. Либо за счет федеральной программы, либо за счет региональной, либо за счет привлечения инвестора какого-либо, который будет, в принципе, заинтересован у А в данной конкретной ситуации, то, что девушка сказала, в двух словах, что мы можем? Посуда, значит, сейчас... системы вот этих малых поселков Большой Алушты стали нашими
проблемами последние два года. Мы в 2016 году приняли эти системы от местных муниципальных образований, наметили необходимые мероприятия и, в принципе, готовы их реализовывать. Так, я готов. В том, что мы хотим знать на дальнейшее. У нас просто, знаете, как сарафанное радио работает лучше, чем все остальное, там, руководство Крыма, скажем так. Вот. Я имею в виду в том плане, что нам интересно дальше состояние. Нам и так и будет подавать вода Крыма. Вы понимаете, о чем я говорю? Сейчас приходит уведомление моим вот соседям, мне лично приходит уведомление о выгребных ямах. То есть мы должны сейчас сделать выгребные ямы и так далее. Но вот правильно сказал депутат, что... Ребят, а вы нам что-нибудь помогали прокладывать? Какое-то письмо, обращение, вам кто-то отвечал? Конечно, Сергей Валерьевич мы писали, и Анатолий. Вы президенту Андрей сразу напишите, мне нравится, как у нас пишут. Нет, сразу, а Андрей Дмитриевич Козенко нам помогал с водой в прошлом году, потому что наши местные власти, они никак не отреагировали на это, и нам помогал Козенко именно передать... эти скважины в воде Крыма. Для того, что касается канализации. У населения была вода, да. И вот я вас хочу спросить, как бы... Мы поняли ваш вопрос, спасибо. Ответьте, пожалуйста, я попытаюсь ответить. Давайте, потому что очистные сооружения переданы в прошлом году. Системы энергоснабжения этих очистных сооружений еще пока решаются к передаче. Поэтому мы как бы пытаемся найти необходимые меры, в том числе и когда, ну, людям же тоже обеспечение... нужно, людям же тоже нужно знать, понятно, что делать. Уже проводят рейды и уже начинают штрафовать людей, которые бабушка живет, ну, у нее обычный туалет обычный, вот обычный на улице туалет. Как ей быть? Спасибо. Ей может быть, как у нее канализация уходит? Выгребная яма, да? Ну, я думаю, бабушка — это не самая большая проблема, когда одинокая бабушка. Спасибо. Может быть, какой-то мораторий вести пока на этот... Якуб, давайте. Мы вот всех абонентов, у которых отсутствует система централизованного водоотведения, разделили на две группы. То есть первая группа — это те абоненты, которые непосредственно сливают свои стоки в реки, в акваторию Черного моря, в Ливневку. Ну, мы это называем водные объекты. Это первая группа. Тем людям были выданы уведомления в течение недели устранить это нарушение. Те люди, у которых находятся выгребные ямы негерметичные, им выдано уведомление в течение 2 месяцев решить данный вопрос. За 2 месяца можно выгребную яму, ведь никто же не говорит, что вы должны какую-то новую выгребную яму сделать. Вы должны просто эту яму сделать герметичной. То есть на сегодняшний день есть элементарно на строительном рынке все эти строительные смеси, которые предотвращают попадание влаги. Это можно все сделать. У нас есть выгребная яма, как правило... Ну, так сделайте. Нужно договора. Сейчас. Договора нужно заключать. А вы не знаете, с кем заключать? Нет, договора на вывоз жидких бытовых нечистот. То есть и они не знают, с кем заключать, что ли? А если у нее стоит обычный туалет с дырочкой, вы понимаете, о чем я говорю, то почему мы за счет населения должны выезжать, которое у нас и так крестьяне? Мы платим штрафы, получается, а гостиницы, которые у нас имеют по 100, по 1000 номеров, у них все хорошо, у нас приходят ответы, все замечательно. Лично от вас, Якуб, приходил ответ ко мне в ноябре 2015 года, что у нас эллинга, все хорошо. А вы видели сами ролик, это было 2 недели назад, когда мы были в феврале месяце, как у нас все хорошо. Это, то есть, понимаете, как бы, это крик души. Почему у нас, как всегда, так за счет... вот, кто, значит, с эллингами... Нет, не потому, вы поймите, это даже не Якуб виноват в этом, а в том, что у нас выезжают специалисты на места. Я не знаю, о каком письме идет речь. Может быть, что-то и в ноябре я писал подобное, но опять-таки, здесь речь идет, в первую очередь, я как чиновник в министерстве, да, я физически не могу выехать во все проблемные места. Понятно, да, и вы проверить. Делаете запрос на места. Мы делаем запрос на место, да. И на основании этого ответа мы говорим, что это даже не к вам. Это же одна машина в год. Если это обычная дырочка, это одна машина в год. Ну, стоит машина. Люди пытаются как-то, я не знаю, ну, как бы да, это же не такие траты. Я думаю, что должны делать то, что вы совершенно правы. То, что отели, которые зарабатывают на этом, они, конечно, должны за это платить. Но за них, если взялись, мы будем надеяться. Я хочу сейчас прерваться на рекламу, чтобы после рекламы поговорить о том, как мы должны штрафовать этих людей. Безусловно. У вас проблема. Но с другой стороны, нанять эту машину, заплатить сколько? 1500 рублей?
1200 рублей это сделать? Ну почему нет? Разве это шестикубово? Если у него там маленький туалетик, там, допустим, полкуба или куб, они ходить. Могут все улицы одну машину заказать, которая проедет. Ну как бы, ну разве мы не можем себе этого позволить? На сегодняшний день это все доступно, и не нужно здесь сгущать. Но отели нужно штрафовать намного больше. Вот кто-то из наших гостей сказал, что даже до миллиарда нужно штрафовать. И мы также спросили людей на улицах наших городов. Давайте прервемся на рекламу, вы вернетесь и узнаете, как же мы будем штрафовать нерадивых наших предпринимателей. Мы снова в прямом эфире, напоминаю, это ток-шоу «Все как есть». Дима, у тебя были наверняка комментарии от телезрителей наших? Да, но я вот хочу заметить, что у нас уже половина эфира прошла, и тон комментариев, которые я получаю регулярно вот здесь в социальных сетях, он на самом деле достаточно пессимистический. Люди не разделяют, скажем так, оптимизм некоторых из наших спикеров о том, что вот мы надеемся через 3 года, может быть, через 5, кто-то говорит через 10, вот все раз и наладится. Все пишут, что много разговоров, как и раньше, но пока результата не видно. Но это, скажем так, большинство комментариев такие неопределенные, есть более конкретные вопросы. Давай. Телезрительница Ирина пишет, вот вода Крыма объясняет нам, почему сливать воду дороже, чем ее получать. Так откуда же берутся тарифы на канализационные услуги? Давайте вспомним, что такое водоотведение. И цитата. Водоотведение – это круглосуточный бесперебойный отвод бытовых стоков из жилого помещения по присоединенной сети. Как же объяснить эти тарифы, если никакого контроля за водоотведением нет? Откуда берутся тарифы и что с этим нам делать? Пожалуйста, Михаил. Я попытаюсь прокомментировать. Еще раз напоминаю, что все-таки вода Крыма эксплуатирует и осуществляет надзор за системами централизованного водоснабжения. То есть те, которые потребители подключены к нашим системам, мы можем как-то реагировать. Тот вопрос о децентрализованном водоснабжении не лимитируется тарифами. Тарифы на водоотведение устанавливают на эксплуатацию той системы, которой мы занимаемся. Вот меня запутал. Сейчас Михаил, Дима, ты понял ответ? Ну, примерно. Я к тому, что вода Крыма не занимается выгребными ямами. Я вот так понимаю. Что касается тарифа, да, есть ресурсник. Это вода Крыма, водоканал Южного берега Крыма. Это может быть какой-то ООО или там какой-то МУП. Они все живут, всю экономику свою строят за счет утвержденного тарифа. Есть в Крыму регулятор, комитет по ценам и тарифам, куда каждый ресурсник в определенные законом временные промежутки приходит и подает документацию на защиту тарифа. Так называемый тарифный пакет, тарифное дело. И после этого регулятор смотрит, какие-то начисления он убирает, требует какие-то дополнения. Ну, это как бы определенный процесс, да, определенная процедура. И, не, допустим, не какой-то там дядя Вася, директор водоканала, устанавливает, я с воды, наверное, буду 10 рублей брать, а с водоотведения я буду брать 15 рублей. Нет, это, в принципе, уже я с каких только трибун об этом не говорил. Уже прошло то время, когда депутаты голосовали там или еще что-то. Есть регулятор, государственный орган, который также проверяется со всеми фискальными органами, как он этот тариф посчитал, на основании каких документов. То есть это целая талмуд и нормативной базы. То есть это все проверяется и утверждается. Никто там эти тарифы не придумывает, с потолка никто их не берет. Вот. И поэтому как бы здесь, вот, пользуясь случаем, что у нас граждане наши смотрят, все тарифы на коммунальные услуги, это не только водоснабжение, водоотведение, но и на другие коммунальные услуги утверждается централизованно регулятором, государственным органом, уполномоченным на эти действия. Хорошо. У нас еще есть конкретные уже сигналы с мест в комментариях. Угу. Вот телезритель Александр написал, что в Алуште есть гараж рядом с морем, куда ежечасно приезжают машины, сливают нечистоты из цистерн, а из гаража по трубам прямо в море все это идет. Гараж находится, пожалуйста, местоположение возле лодочной станции по направлению к пляжам Эврики. Вот примерное местоположение даже рассказал. Министерство экологии записало. Вот. Министерство экологии. Потому что они как бы должны покарать, так, наказать я даже, и навести порядок. Я рекомендую таким гражданам сознательным, если есть возможность зафиксировать, допустим, какая-то машина сливает нечистоты в колодец или еще что-то, писать заявление, обращаться в правоохранительные органы. Или же в экологическую. Вот подождите, опять, сейчас. Вот вы что сказали? Премию самым активным? Да. Я, честно говоря, поражаюсь.
Мы сами спасаем наш Крым. Какую вы премию хотите? Вот мне наш народ честно. Я вот честно. Вы понимаете? Слушайте, я за людей. Вы прекрасно понимаете. Мы в принципе тут собираем чиновников для того, чтобы они отвечали на наши с вами вопросы, для того, чтобы они отчитывались о своей работе. Но просить за это, ну, чиновники сидят, не то что я не отношусь к этим, ну как говорится, ну, не конечно. Говорю. Просите премию за то, чтобы убрали детскую площадку нашего для района. Своих детей. Чиновники, просто они вот сидят, не девушка, мониторят ничего. Девушка с Рыбачева, а в Рыбачев каждый знает, около эллингов закопаны бочки, да? Их время выдирают. Но они в основном все находятся там же на месте, правильно? И при этом присутствуют все власти, все смотрят на них и знают, что из них просто все, ну, на пляже прямо бочка закопана, и в нее канализация. Не знаю, как сейчас это мягко сказать, но с другой стороны, если у нас есть такие граждане, может быть, Игорь Буданов, как депутат, уже молчит, стоит уже этот час. Не дает, значит, не дает, а вы не встревайте в дискуссию. Может быть, как это делается в Европе или в Америке, каждый на друг друга и ходит куда-то там, докладывает, что тот-то что-то сливает, тот куда-то там, то-то-то. Это распространить, методика, может быть, поощрять, делать скидочки какие-нибудь на коммунальные, там, значит, бесплатненько месяц ты не платишь, а соседа сдал. И вроде как и наладится. Марина, такая методика есть. Я, конечно, не совсем сторонник этой методики. Я думаю, что люди, которые проживают в Крыму, они должны быть сознательны, в первую очередь. Они должны беспокоиться о себе, о будущем, о будущих детей, внуков, правнуков. И о том, чтобы Крым был экологический. Потому что все всегда представляли Крым экологически чистым регионом, которые приезжали сюда и покупаться в чистом море, и поесть свежих экологических чистых яблок, фруктов и так далее. Но если дадите вот буквально минутку, я хотел бы два примера привести. Они такие быстрые. Вот сегодня и достаточно часто, практически каждый месяц, Государственный совет во главе с Владимиром Андреевичем Константиновым выезжает по регионам. Так. Нащупывает больные проблемы и ставят их приоритетные пути решения. Вот сегодня мы были в городе Армянске, и как раз с Якубом, он тоже присутствовал, посещали канализационные очистные сооружения, которые тоже пришли уже в упадок, негодность. Администрация города Армянска, наверное, вовремя обратилась, и сегодня проводится капитальный ремонт этих канализационных очистных сооружений. И я думаю, что там не то, что и не отсутствуют выгребные ямы, наверняка есть, но более-менее мне понравилась ситуация, что есть контроль над этим. Так над все-таки этим муниципалитеты должны обращаться, и тогда бы решалось это вовремя? Нет, это генерально. Это генерально. В Армянске есть генеральная схема. Ну, в отработке нечистот. А вот Якуб сказал, что у нас что Феодосия, Ялта, Лушта и что ну, еще более самые насыщенные регионы. Это более да. насыщенные регионы. Второй пример я хотел бы привести, знакомый мне в большей степени, это Дубровская долина, когда еще ну, при Украине выдавались эти земельные участки, и одно из ограничений мы ставили о том, что люди самостоятельно должны будут подвести к дому водопровод и сделать водоотведение. На тот момент в Украине денег на это не предусматривалось, но люди хотели расширяться, хотели, чтобы у них были земельные участки, хотели строиться, и соглашались на эти условия, подписывали эти договора. Хотя, в общем-то, как местная власть, мы предусматривали параллельно территории, где хотели установить такие очистные сооружения, приглашали. На тот момент у нас были немецкие предложения, приезжали немцы и предлагали свои системы вакуумной канализации на этой территории. Но хочу сказать, на сегодняшний день, к сожалению, большому, данная территория на 90% без канализации. То есть это в лучшем случае выгребные ямы. Сказать, что люди виноваты, я бы не сказал, что 100% не виноваты. Это ваши избиратели, вы не скажете. Это, есть несознательные люди, а есть люди сознательные. То есть если сегодня создать условия, они с удовольствием, я думаю, подключатся к этим центральным канализационным системам. Но, к большому сожалению, мы все же понимаем, что есть яма выгребная, есть рядом скважина. Или эта выгребная яма вдоль реки Салгир попадает в Симферопольское водохранилище, и, в общем, мы понимаем, какой результат. Поэтому хотелось бы все-таки на то, чтобы обратиться, наверное, к людям, что здесь надо, ну, как бы там громко не говорили, на терпение. То есть министерство и власть сегодня работают в этом направлении. И Якуб правильно сказал, что сегодня создаются проекты, генеральные проекты водоотведения. И я думаю, что ну, не так быстро это произойдет. Потерпим. Это произойдет. Но тут опять-таки я согласна с активной частью зала. Я вижу руки, сейчас будет и вторая активная часть зала. Согласна с тем, что, наверное, не должны страдать от этого простые граждане, да? А, наверное, и все-таки нужно... Симферопольское водохранилище не нужно, должно конечно, страдать, конечно, предпринимателей крупных за это море штрафовать. И все-таки... Экология не должна страдать. Дим, у тебя есть еще мнение крымчан, и я к лицам хочу перейти. Вот все-таки не отпускает тема тарифов.
Вопрос возникает следующий из комментариев. В тарифы, которые, как было уже сказано, разрабатывают регуляторы, да, на основании каких-то объективных оценок. Утверждают. Утверждают. Входят ли средства на развитие сетей? Потому что люди возмущаются. У нас сам воду проведи, сам отведи, за тех условия заплати, а потом еще по тарифу плати. Вот. Ну, раньше за развитие сетей просто приходили, нет, отдавали, насколько я помню. Наверное, не столько, да, развития, сколько амортизации, то есть восстановление потом, да, после того, как они разрушаются. И эти деньги должны присутствовать там. Они должны где-то накапливаться, чтобы потом можно было капитально отремонтировать. Правильно. А когда новый дом мы сдаем в эксплуатацию, что на развитие сетей тоже берутся деньги? И немалые? Так, нет? Не могу сказать. Не знаю, какие там берутся определенные тарифы. Ну, раньше, как сейчас, не знаю. Вот раньше берется, точно брали. Ну, как же, сейчас, не готов. Надо же, да, это, ну, прежде чем сказать, Мария, спросить. Вот я и спрашиваю, берутся? Ничего не собирается. Единственное, что есть утвержденный тариф, да, на технологическое, да, присоединение. Угу. И если абонент хочет присоединиться к сетям водоснабжения, водоотведения, угу, он ему дают документ с калькуляцией, где все подробно расписано. И человек платит и подключается к системе водоснабжения в этот день. Сегодня в тариф составляющую на развитие не закладывают. У нас в Крыму это единственный субъект из субъектов Российской Федерации, где тарифы на коммунальные услуги ниже экономически обоснованного. Была принята программа по плановому повышению тарифов, которая закончится 1 января 2018 года. И уже с 2018 года, когда у всех ресурсников будет экономически обоснованный тариф, регулятор будет закладывать составляющую на развитие. Вот, говорят, что с другими услугами тоже в течение 70 лет будет ежегодно повышаться, да, для нашей адаптации, повышаться эти тарифы в других сферах. В этой то же самое? Или нет? Не вы знаю. Сказали, что мы ниже прожиточного, ниже, мы ниже минимума по всей стране, если обоснованно. Да. То есть будет повышаться постепенно. До конца текущего года будет плановое повышение для того, чтобы довести уровень тарифов до экономически обоснованного. Сегодня государство выделяет целевые деньги и субсидирует предприятия, восполняемые вот эту разницу, межтарифную разницу. То есть те деньги, которые можно было бы отправить на развитие, мы сегодня вынуждены давать ресурснику, чтобы он... Это, по сути, люди то, что не доплатили, как бы к ним никаких претензий нету. Мы там не поднимаем тарифы там, или еще что-то. У нас вот все почему-то бедные получаются, хотя водой... И я тоже пользуюсь. Я также поднимаю тарифы, я также плачу. Вот поэтому там бабушками пугают, еще что-то. Но надо вот эти стереотипы уже убрать. Вот на сегодняшний день... Ну и везде, день, во всем мире, все экономят воду, да, и она стоит очень дорого, и ванну не каждый день. На сегодняшний день тариф приблизительно на 70% покрывает затраты ресурсника. Для того, чтобы воду поднять и доставить абоненту, нужно затратить средства. Вы знаете, да? Да. Вот. И те деньги, которые человек платит за эту воду, их не хватает ресурснику. Государство выделяет, миллиарды выделяет. Ну, понятно, да. Но за два года, но это за хорошо, два люди, чтобы знали. Плюс будет капитальный ремонт, уменьшатся потери. И конечно, так что вот тот уровень может быть снижен. Построится водоводы, новые коллекторы. Ну, вот сегодня мы выехали, да, с депутатами, с Игорем, в Армянск. Ну, Армянск, я просто приведу в пример. Вот там была старая насосная станция, был водовод диаметром 800 миллиметров, который весь дырявый, ржавый, были постоянные потери, выделили на этот проект 64 миллиона, сейчас там новая насосная станция и новых 4 километра, ну, если быть точным, 3 километра 800 метров нового водовода диаметром 500. Установлено современное энергоэффективное оборудование, новый водовод. Как долго они устанавливали по времени? Ну, они в сентябре начали, вот в конце марта должны закончить. Но это как бы энергоемкая и достаточно такая длительная процедура, потому что водовод в земле, раскопай, закопай, документы, разрешение, согласование. Вот, поэтому и такие наоборот, работы хорошо, проводятся конечно, по всему Крыму. В этом году 60 объектов только будут проводиться работы по строительно-монтажной. 6 там проектирования и 60 это те объекты, где реально будут строиться там водопровод, где будут строиться насосные станции, где там еще что-то будет. Просто кто хочет, он это найдет, он это увидит. А кто не хочет, он будет говорить, да, ничего не извините. Все плохо, все ничего не делать. Вот мы сегодня обсуждаем конкретно Коктебель, Алуштинский регион. То, что там 60 объектов где-то по Крыму, это все хорошо. Но курортному сезону хотелось бы, и люди здесь собрались для того, чтобы в этих 60 что именно были у курортные, них вот эти очистные сооружения нормально начнут работать, и нечистоты будут, перестанут сбрасываться и будут, в море. И будут Игорь, пожалуйста, Зутов, да.
Якуб подготовлен прекрасно теоретически. То есть я представляю экологическую ассоциацию «Зеленый Крым». И мне хочется от этой мелкоты, от этих засунутых бутылок в трубы, то есть подняться все-таки до какого-то государственного подхода. Вот то, о чем сказал Игорь Викторович, то, что сказал Анатолий Павлов, я хочу услышать ответ от уважаемых чиновников, когда же это произойдет. Если мы там по Коктебелю кого-то поотрезали, то где государственный подход, когда там будут модернизированы сети, чтобы мы дали возможность бизнесу к этим сетям, в конце концов, центральной канализации, которая абсолютно правильно будет обслуживать вода Крыма, устанавливать правильный тариф. Когда мы проложим эти трубы, которые люди подключатся к ним. Спасибо. Мы сегодня, в канун курортного сезона, выбрали 4 проблемнейших региона для всего Крыма. Это наше лицо, для всех крымчан, да, для нас с вами. У нас это Коктебель, Ялта, Алушта и Феодосия. Когда мы там получим Давайте результат? По Феодосии спросим. Значит, пожалуйста, Матвей. Что касается Феодосии, очные сооружения на мысе Ильи работают. То есть с городским напором они справляются. Что касается Коктебеля, вот коллеги здесь присутствуют, мы уже обсуждаем порядка 3 месяца очистные сооружения, которые могли бы восстановить. То есть то, что строилось 10 лет. То есть мы нашли в их расположении. В этом году мы планируем проект переехать, потому что проект был сделан при Украине, проходил согласование экспертизы при Украине. Соответственно, сейчас у нас новые требования. Мы сейчас проект будем менять на новое оборудование. И мы надеемся, что мы в этом году закончим проект, и все-таки, может быть, приступим к их выполнению. Причем там даже есть инвесторы из Коктебеля, которые готовы. Это гостиницы. Они готовы сами достраивать, так делать сети. Имена, скажите это людям. Дело в том, что люди изначально не просто в ливневку сбрасывают. У них же выхода другого нет. Сбрасывать больше некуда. Есть. Вы знаете, вот чем вопрос. Что за глупости? Так дайте этот список мероприятий, которые вы делаете. Якуб, я вас внимательно слушал. Вы до 1 января 2018 года, Якуб, я вас внимательно слушал. Вы до 1 января 2018 года будете сейчас по всему Крыму собирать материалы. Потом, как сказал Анатолий, будете год проектировать после 2018 года, потом следующий год бюджетный строить. То есть, соответственно, через 3 года у нас появится какой-то результат. Вы знаете, давайте мы решим, все-таки канализация — это как бы проблема вот сетей или в головах людей. Если люди не готовы ждать очистные сооружения, не готовы сделать сеть септик поставить, да, о чем как бы говорить с этими людьми? Скажите, ответьте на вопрос, когда? И люди будут готовы. Мы надеемся, что вот давайте вам ответить эксперт, потому что мы с ним обсуждали эту тему, вот буквально он сейчас вам скажет по датам. Он эксперт в этом деле. Давайте, он очистные сооружения исследовал, смотрел, давайте, приезжал. Дайте микрофон, да. Давайте, даты, вот назовите нам. По Коктебелю. У меня комментарии по каждому выступлению есть, в контексте Коктебеля. Коктебель, проект был первый в 2004 году сдан, доработан в 2013 году и переработан в 2014 году. На сегодняшний день имеется намерение определенных инвесторских заинтересованных людей для того, чтобы выполнить проект. И сейчас ставится перед этой группой перепроектирование данного проекта, потому что она действительно железобетонные сооружения в Коктебеле построены на 90%. Инвестор, который на сегодняшний день хочет дальше доделать проект и ввести в эксплуатацию данные объекты, готов проплатить полностью 100% все проектные работы и достроить этот объект. И вот его, как это я предлагаю... Вот это я слышала, по Коктебелю. Давайте я Коктебель. Когда он готов? Это на сегодняшний день, для того, чтобы пройти процедуры проектирования, в самые сжатые сроки, это нужно не менее хотя бы 3 месяца. Это при поддержке всех структур, как экологов. Подождем. Нет, вопрос в том, что данный проект можно вести уже параллельно. На сегодняшний день имеется, опять же, повторяюсь, 90% железобетонных сооружений. Инвесторов закуплено оборудование на 2,5 миллиона долларов, которое параллельно при производстве проектирования и ввода в эксплуатацию мы можем принять на данный объект при лояльном отношении экологических служб. К июлю месяца мы можем принять первые машины с жителей Коктебеля, чтобы очистить и выйти на производительную мощность 700 кубов. Говорят по поводу сети. Сети, напорные сети, построены практически на 90%. Нужно иметь промежуточные звенья. Это быстровозводимые объекты насосной станции, главная насосная станция, которую можно выполнить за 1,5-2 месяца полностью всю функционирование при Мешает? У вас нет лояльности экологических служб? На сегодняшний день не мешает. Что?
Фамилию пускай... Нет, у нас все хорошо. Здесь вопрос, вопрос выполнения определенных требований федеральных законов. Мы должны понимать, что определенные стадии требуют определенного временного промежутка. Проектирование принимается, если в течение 3 месяцев выполнено. Еще раз говорю, вы говорите, как должно быть, да? Вот как хотелось бы. Что мешает это воплотить в жизнь конкретно? Может, экологические службы все-таки? Кто-то смешает. Корректно ведете, не хочет назвать фамилию. Экологические службы, я думаю, это Министерство экологии. Давайте. Ну вопрос, хорошо, вопрос не, неправильно так, озвучен. Подожди, нет, он не выдержал. Он городская власть. Городская власть заинтересована. Но мы должны понимать, что ввод любых очистных осуществляется поэтапно. И на сегодняшний день разработка... Так где затормозили-то? Где? На какой службе-то? На сегодняшний день, честно? Моргните два раза, если так. Решение вопроса по проектированию до конца не решено. Спасибо. Будет... Спасибо. Ну, может быть, Министерство экологии прокомментирует? Виталий, пожалуйста. Да, мы сейчас все, мы необходимо мы понимать, запускаем. Что здесь, ну, во-первых, как мы видим из слов нашего коллеги, так сказать, проектная документация еще находится в стадии разработки, насколько я понимаю. Это во-первых. Во-вторых, как бы, ну, не стоит забывать о том, что проект будет проходить экспертизу не только в Минприроды Крыма, но еще и конечно, Федеральной службе Росприроднадзора, это и Федеральная служба Роспотребнадзора, да. Это и ряд всевозможных служб. Но министерство в любом случае как бы... Не будет затягивать, да? Ну, окажет максимально лояльно. Привезти в Коктебель летом, и пусть они окунутся в эти нечистоты, да? Они быстренько все подпишут на месте. Скорее наверное. Всего, так и надо. Есть порядок, который мы, ну, к сожалению, не можем нарушить. То есть есть сроки, абсолютно да, есть верно. Сроки, которые мы ну, не можем их перепрыгнуть. То есть мы сейчас работаем по проекту. Да, проект, а вот правильно сказал, что в 2006 году проект начинался с чешского оборудования, которое сейчас использовать мы просто не можем. Просто не можем, оно не подходит под наши технологии. Банки вроде как бы есть, оборудования нету. Сейчас есть новое оборудование, но пойдем намять проект. Ну, как чем бы... купать? Но возвращаясь... Можно сделать совсем в чистом поле, другой участок выделить, сделать новый проект. Наверное, это еще как бы дольше затратнее получится. Затратнее дольше, да. И это государственные деньги пойдут. А то частник, да? Что президент говорит? Что говорит Чибис, замминистра, да, нашего ЖКХ и строительства? Все говорят, только инвестор должен спасти сферу ЖКХ. Только инвестор. Другого нет пути. А да. Тут почему-то мы берем и выпрашиваем Москву, дайте нам денег. Зачем, если есть желающий человек, который будет там работать и все сделает? Я не понимаю. Это что, против президента? Я думаю, что Матвей Васильевич тоже не понимает. Кто против президента? Скажите мне. Провокационно. Потом, есть предложение. Вот готовимся к сезону, надеюсь, 1 июля он пойдет нормальным и заработает и в Алуште, и в вашем регионе, в Феодосии, да. И вот я предлагаю, я постараюсь воплотить, возьму я летом, в июле, да, когда такой же пик, много нечистот пойдет в море, беру министра, значит, экологии Нараева, беру министра нашего Карпова ЖКХ, и с телевидением море. Поедем в Коктебель, поедем в Малоречку. Пусть искупается с головой и еще и что-нибудь наглотает этой воды. Есть. Все правильно. Я с вами согласна. Вот мы, кстати, в продолжение этой темы спросили у крымчан, как наказывать нужно нерадивых вот, предпринимателей, да, и чиновников в том числе. Давайте посмотрим их мнение, вернемся в студию. Видите, у нас красивый город, чистый город. И мне очень больно, когда просто в городе сорят. А в море это вообще надо с этим... Ну, просто нужно воспитывать детей, людей. С самого детства, естественно. Или штрафовать, или как-то наказывать уголовно. Я считаю, штрафа мало. Лучше какая-то уголовная уже ответственность за это. Ну, какой-то, чтобы срок был, посадить за это. Казнить нельзя помиловать, да. Ну, серьезно. Потому что загрязненная вода – это очень плохо. Может, их туда же окунуть, в эти же стойки, чтобы не сливали, чтобы поняли. Наверное, так. Пусть канализацию ставят, тогда люди будут подключаться, и будет все нормально. А очистные ямы ничего не помогут. Им втыкать штык. Тише, тише ты. Уголовное наказание. Да. Какие тут еще можно применять наказания? Это вред, ну, просто сидеть, сходите на Ялтинское море. Все сами знаете, увидите. Она грязная? Да, очень. Нечистая. Штрафы надо и большие, чтоб неповадно было. Рублем нас наказать, а так не поймут. А рублем поймут. Как Жириновский, выслать их за пределы Крыма на 5 лет. Я считаю, что это действенная мера.
очень действенно. Штрафы не помогут, поверьте мне. Ну, наверное, какими-то огромными штрафами, как-то так. Ой, нечистоты вот тут сливаются с поселка, это самое. Конечно, наказывать надо, следить. Но у нас не следят. Посмотрите, сфотографируйте реки, уже заросли деревьями. Это самое, земли сколько и все такое. То есть очень в этом смысле у нас плохо. Пока только себе на карман все делаю. Во-первых, штрафы и снимать с должностей ответственных за это. Я думаю, что люди нечистоты не сливают в море, а сливают организации. Поэтому это, ну, за этим, конечно, стоят люди, но вы понимаете, что это не личности, а именно организации. Что делать с организациями? Конечно, штрафовать. Ну, а я, насколько знаю, ялтинская канализация еще, по-моему, сталинская. Это было мнение крымчан, вот Виталий, а вот мнение крымчан мы сейчас услышали, какое наказание за вот такое нарушение несут нерадивые люди, абоненты? Или организации. Организации. Ну, ответственность за данное правонарушение, за сброс конкретно неочищенных стоков в водные объекты предусмотрен частью 4 статьи 8.13 Кодекса об админправонарушениях. На граждан составляет 1500-2000, ну, в принципе, не так уже много, да? Единоразово. Да. Угу. На должностных лиц, юридических лиц 3-4 тысячи, от 3 до 4 тысяч, и на юридических лиц от 30 до 40 тысяч. Но необходимо еще не забывать о том, что помимо штрафных санкций еще предусмотрена методика расчета вреда, причиненного водным объектам вследствие несанкционированного сброса неочищенных стоков. То есть ведется работа еще и путем... Ну, например, да, посерьезнее это сколько? 10? Ну, зависит, во-первых, от объема стоков, во-вторых, от концентрации загрязняющих веществ в стоках. Ну, примерно, максимально какая? Ну, потому что 1500-4, ну, это смешно, правда. Может и миллионами исчисляться. Да, на вот максимально. Какое возместили ущерб? Да, да. Ну, сейчас я не буду оглашать предприятие. Последнее, вот вчера был суд, выиграли, собственно говоря, дело. Не называйте предприятие, нет, сумму просто скажите. 1,5 миллиона рублей, это сумма ущерба. О, приятно. Это хорошо, 1,5. Ну, необходимо. А может и больше даже быть. Просто дело в том, что я тоже анкету вы заполняли, да, перед эфиром. И вот, Анатолий, вы сказали, что вообще миллиард нужно платить за эти бессовестные должны. Природа бесценна, знаете ли. Я с вами согласна, должны бояться. Потому что даже, я еще раз говорю, 1500-4000, отель какой-нибудь заплатит 4000, ну что такое 4000 для них? Игорь, может быть, все-таки увеличить как-то на местном уровне вот эти штрафы? Мария, ну вы правильно сказали, угадали ваше предложение актуально. Сегодня депутаты поднимают вопрос, и я думаю, что в ближайшем времени он будет вынесен. Вы вообще говорите, что третий раз, если вот вы мне в анкете ответили, что если, извини, перебиваю, да, если третий раз, то вообще уголовная ответственность ввести? Это действительно серьезное наказание, и если это действительно ущерб, который уже нельзя оценить административным правонарушением, то я поддерживаю, это должна быть уголовная ответственность. Это вред, я считаю, вред здоровью окружающих людей, которые крымчан. Это вы так считаете, что-то сделается, говорю, мы как-то поднимем размер штрафа? Сегодня депутаты поднимают вопрос о увеличении штрафных санкций как раз за такие нарушения, о которых мы говорим. Спасибо. Несколько раз. Пожалуйста, у вас была реплика по микрофону, дождитесь. Уже начали об этом говорить, я просто хотел напомнить, что у нас в Крыму по поводу экологического законодательства не существует такой системы, как неотвратимости наказания. Да? Если я не доплачу какой-то налог, там, нарушу правила дорожного движения, меня оштрафуют, и никто меня не будет слушать, прав я был, спешил я куда-то или нет. Вот. Но по поводу экологического законодательства у нас мы предупреждаем людей, там просим их, уговариваем. Зачем? Мне казалось, все же надо вспомнить, что и не существует интересов бизнесменов, туристов, жителей, там, хромых или, может быть, там, левшей. Существует закон, который должен неукоснительно выполняться. Я думаю, что в данном случае тогда дело пойдет гораздо быстрее. А когда я слышу, что экологии выходила там на какие-то мероприятия, мне бы хотелось бы услышать о достигнутых практических результатах. А выходили вы на мероприятия или вообще добились этих результатов, сидя в кабинетах, уже, извините, мне все равно. Спасибо. Ну, 1,5 миллиона вот вчера, получается, принесли. Тоже вы хорошо. Официально запросить у нас информацию, сколько мы провели работы по этому направлению деятельности, мы вам официально ответим. Да. Организации регулярно присылают вам ответы, регулярно
получает отписки. Я надеюсь, после сегодняшнего эфира я получу от вас конкретный ответ по существу. После сегодняшнего эфира оставлю свой мобильный номер, и мы с вами подробно все обсудим. Помогать. А, Виталий, или, может быть, кто-то из присутствующих скажет, а вот юридические лица, которые там частные гостиницы, которые не решили проблему, да, с водоотведением, в этом году, в этом сезоне не должны будут работать. Так ли это? Это какой-то есть акт, какое-то распоряжение, приказ? Или это по законодательству, или как вообще это действует? Вы знаете, как частные гостиницы, ну вот по факту, к нашему применению, к Коктебелю, да, по факту гостиница, а юридически это частный дом. Угу. Такие предприниматели, они не регистрируются в налоговой инспекции как предприниматели. То есть, и, соответственно, к ним применяются все нормы законодательства как к физическому лицу. Поэтому их проверяют не как гостиницу, а как частное лицо. Поэтому даже в рейдах участвуют у нас участковые. Это тогда с Минкурортами, да, нужно те, кто их регистрирует, эти отели? Это Минкурорт, это налоговая в первую очередь. В первую очередь налоговая инспекция должна делать свои рейды. Угу. Тут как бы мы понимаем, что если у нас там 3 этажа и 22 номер, то это не частный дом. Как бы там ни говорили. Платят ли они налоги? Платят ли налоги? Во-первых, на налоговой базе те же самые отчисления. Если я знаю, что мой сосед организовал гостиницу, и вы это прекрасно тоже знаете, городишко-то, ну что, Коктебель это было, правильно? Знаете, как у нас? Ну, предположим, вот. Знаете, вы делаете запрос официальный в налоговую, да, налоговая приходит с проверкой, может быть, как-то планирует эту проверку. Понятно, что она так, может быть, просто не может по запросу, но чтобы она спланировала, можно было это написать в прошлом году. Вот сейчас вот мысль пришла, вот Олег Чаровов тут как бы задал вопрос, да, побеседовали мы сейчас о том, как в Феодосии это проходит. Говорят, вот экологических инспекторов, ну, им не хватает. 3 человека, один в Симферополе, другой там пишет отписки или там отвечает по-другому, а третьему некогда. И в итоге некому заниматься. Ну, смотрите, один штраф 1,5 миллиона, да? Это же бюджет получает. Да. Так значит, надо нанять этих людей столько, тех же налоговых, да, чтобы они могли зайти до каждого. А они просто не успевают. Ну да, на эти 1,5 можно набрать. С одной стороны, это, ну вот любой бы коммерсант бы сказал, если это мне приносит прибыль, значит я найму людей сколько надо и буду зарабатывать. Да, государство как будто не хочет зарабатывать. Надо законодателям как-то подумать об этом. Подумаю. Спасибо. Пожалуйста, Дишка. Я хочу поспорить немножко с Анатолием Ивановичем, потому что он сказал, что в Рыбачьем и в Малоречке у нас не работают очистные. Так вот, как ни странно, очистные у нас работают. Но они, как многие очистные у нас, как многое у нас то, что делается. Вода через них проходит, да. Нет, Анатолий Иванович, у нас очистные работают. Но и в наше время сейчас, вот зимой, они у нас очень даже спасают. Зимой. Но у них не хватает мощности. У них есть масса недоделок. Не справляются. Да, которые вот мы разговаривали сейчас, можно довести до ума буквально за 1,5 месяца. Понимаете? Вот есть, да, к сезону есть вариант. И как ни странно, у нас и эллинги подключены, о которых идет спор. Я вчера потратила целый день праздничный для того, чтобы действительно проверить и прошлась по всем этим участкам, посмотрела. Я занималась этим с 2008 года. Есть с чем сравнить. Начался для того, чтобы на коллекторе у вас вот. А вот правильно. Как одна из причин. Этого товарища можете сказать? Ой, там их много. Одна из причин того, что, например, у нас такие сегодня, во время сезона бывают выбросы в море, это то, что на напорной трубе построены многоэтажные гостиницы. Но сначала стоял временный ларек, потом он заглубился, появился фундамент, и потом построили. Понимаете, да. Я поняла вас. Скажите, 1,5 месяца вы сказали, что можно решить эту проблему, нужны какие-то деньги? Он специалист, пожалуйста. Вы знаете как, да даже если вот очистные ваши не справляются, ну, как правило, у любого эллинга, вот где мы говорим сейчас о тех, кто сбрасывает нечистоты в море, у них есть яма выгребная, у них есть подключение, но они, вместо того, чтобы вывозить дополнительно, если у них не успевает их очистные справляться, они просто это сливают. У них есть переливные трубы, все. Тут они мы просто, говорим об ответственности. Яма наполняется, они не успевают. Это уже другой разговор. В основном это проблема. Вот здесь надо бороться. Это герметичность ямы, все. Не кричать, не надо, не пущать и запрещать. Никто не запрещает. Надо. А что надо помогать людям. Помогать как? Если у него так, если люди не справляются. Ну вот сделать хорошие очистные, до конца доделать их. И вы думаете, наши жители откажутся к ним подключиться? Я думаю, что некоторые, да, это же нужно... Побегут все. Затратиться, понимаете? Вы знаете, да несмотря ни на что. Нужно проводить параллельно, и мы ее проводим параллельно. Вот, смотрите, с 13 февраля
мы перешли как бы в активную фазу, уже начали выезжать по адресам, там кого-то тампонировать, кого-то от воды отрезать. Прошло три недели, за три недели мы отрезали 300 абонентов. Кого-то от воды ограничили, кого-то от канализации. И за вот эти три недели к ресурсникам обратилось уже 140 абонентов за выдачу технических условий. То есть все эти методы действенны. То есть все-таки не, кто-то зачем задумался ждать, и решил... Там, зачем ждать год, два или там сколько нужно времени, ну, пока построят. За это время можно всю эту работу провести. То есть получается понять, бутылка понять, и вот эта пенка все-таки работает. Понять, какой объем стоков заходит в ночные сооружения. Только с учетом этого их реконструировать. Все правильно, комплексно. Пожалуйста, вы хотели сказать. В 21 веке, в веке нанотехнологий, а говорим о том, что в курортных поселках должны быть выгребные ямы герметичные. Это позор вообще для Министерства ЖКХ и для Министерства экологии. Вы должны сегодня уже заканчивать работу инспекции о том, какой объем стоков должен быть, и заканчивать очистные сооружения в Малореченском. Потому что в августе 2014 года мы были включены в федеральную целевую программу, но на сегодняшний день даже не сделаны проектно-изыскательские работы. О каких 3 годах мы можем говорить? 20 лет мы будем ждать, пока все это сделается. Потому что чиновники работают неэффективно, и никто их за это не наказывает и не штрафует. Спасибо. Давайте прокомментируем по Малореченскому отдельно. Ну, правда, тем более, если в 2014 году 3 года потеряли, и только сейчас рассматривается это все. Еще раз говорю, Огнева бы с удовольствием бы хочу я, чтобы она ответила, но не пришла. И откорректирована. ЦП была откорректирована и утверждена в июне 2015 года. После этого нужно разработать соответствующий проект, пройти экспертизу. Работы в рамках текущей эксплуатации на этих очных производятся. Михаил Алексеевич подтвердит. Михаил Покупается Семен. Оборудование. Я подтверждаю. Да. Скажи, Серега, подтверждаю. И более того, мы закупили необходимое оборудование, которое обеспечивает необходимую сейчас проектную производительность этих очистных сооружений. Сейчас в стадии монтажа и обустройства. А это если говорить о неэффективности работы существующих очистных сооружений. А муниципалитет, а те, которые вот проектируют? Эти гостиницы, которые не зарегистрированы. То есть почему муниципалитет... Мы могли выделять свои денежные средства из нашего бюджета на модернизацию и реконструкцию. Но, к сожалению, если бы вот эти вот налоги за эти гостиницы не пришли бы в бюджет, мы могли бы потратить обратно на эти же гостиницы, ну, только в виде канализации. Соответственно, когда нет поступлений, бюджет ограничен. Ну, будем надеяться, что нас сейчас услышали, конечно. Спасибо большое. Будем надеяться. Да, пожалуйста, вы хотели. Науки. Говорила просто наука уже. Я являюсь сейчас жителем села Малореченского, и, честно говоря, я не услышал тут главную мысль. То есть причинно-следственную связь между самой причиной, скажем так, когда она возникает, да, и что, собственно говоря, ну, является основанием возникновения этой причины. То есть в развитых странах, я думаю, что такие вопросы, они давным-давно уже как бы даже не возникают. То есть там совершается определенная работа, да, по предоставлению услуги. Почему? Потому что я, как и все тут присутствующие... Ну, например, меня... какая определенная? Мы правда сегодня обсудили работу? Правда нам сказали, какая работа ведется в этом направлении? Правда мы сказали даже сроки, да? Кто-то сказал 10, кто-то 3, но тем не менее. Мы дали альтернативу предпринимателям, альтернативу людям, что можно поставить хотя бы сейчас, например. Что нам еще надо? Я просто не могу понять, что мы хотим. Немножко истории, я думаю, это как бы пролью свет на все проблемы. Но у нас нет времени истории. Я коротко и ясно. Значит, раньше была просто политическая воля. В свое время создавались у нас пансионаты, ставилась задача какому-то из директоров пансионата, он брал на себя ответственность, прокладывал сети КНС, делали очистные станции и запускались. Почему? Потому что, ну, была мера ответственности, то есть назначались ответственные лица, устанавливали сроки и с них спрашивали. Вот и все. Не надо ничего изобретать. Все за нас изобретено, просто нужно делать. Добровольно-принудительное инвестирование получалось. Подождите, мы налогоплательщики, мы платим деньги, и мы хотим, чтобы наши деньги возвращались, ну, со стороны... То, о чем сказали, пожалуйста. Вот то, есть у нас добросовестный строитель, у нас есть Стрельф Феодосий, добросовестный. Так он выбрал точку подключения дальнюю. Он провел 1,5 километра трассы канализационной через частный сектор, чтобы жители могли подключаться. И мы это делаем. То есть будет новая стройка, мы дадим дальнюю точку, чтобы он проходил через сектор, чтобы люди могли подключаться. Но люди не готовы еще. Но это правда есть такая проблема, тут я согласна. Пожалуйста, у нас наука хотела. Два слова и мы... Реплика. На сегодняшний день в науке и в нашей академии имеются и разрабатываются, разработались магистерские работы по повышению интенсивности работы, увеличению производительности существующих объектов канализования, как и по Малоречке, Солнечногорскому. Есть наработки, которые позволяют увеличить их производительность,
при минимальных затратах. Это раз. Второе. Все говорят о выгребных ямах. Выгребные ямы 70-х годов — это были биологические сооружения, которые осуществляли свой естественный процесс разложения. На сегодняшний день процентов 70 стоков, которые попадают в выгребные ямы, это химически загрязненные сточные воды нашими порошками и другими синтетическими химическими чтобы препаратами. Людей сейчас и это, эти, да, эти сооружения не рассчитаны на этот процесс биохимического разложения. И попадая в выгребные ямы, они концентрируются, превращаются в канцерогенные объекты, негативно влияющие на водную среду. И когда попадая несанкционированно в грунт или даже вывозится на объекты, там, где они будут приниматься и перерабатываться, которых на сегодняшний день в Крыму не существует. А вывоз выгребных ям машинами, стоки и прочее на очистные сооружения просто приводит к их остановке. Для того, чтобы... Спасибо. Так и что вы предлагаете? И еще для раз того, говорю, у меня чтобы нет времени. Принять решение вывоза, мы должны иметь инфраструктуру и голословно заявлять, мы везде построим выгребные ямы, мы этим решим. Для этого нужно иметь наличие существующих объектов, которые обеспечат их переработку. Это второе. Спасибо. Я прошу прощения. Ну, правда, я вам предоставляла слово, вы почему-то об этом не говорили. Когда мы говорили о ямах, вы молчали. Вопрос мы говорили полтора часа в конце эфира, когда мы уже тебе? Начали говорить об ответственности людей и о том, что нужно все-таки это делать, вы меня вернули к яме. Я прошу прощения, но у вас была возможность сказать. Дима, у тебя, я знаю, что были телефонные звонки. Давай в двух словах зачитаем, подведем и уже будем подводить. Ну, как достаточно много, скажем так, телефонных звонков. Упоминали люди, конечно же, вот все те проблемные регионы, о которых мы говорили, это Южный берег, там Малоречка и так далее. Но мы уже немножко об этом обсудили. Но в том числе спрашивают не только за курортные регионы. Красногвардейская. У нас вообще отсутствуют очистные сооружения. Дозвонился телезритель и сказал. Когда они у нас появятся? Примерно хотя бы. Красногвардейск. Кто знает? 3 года. 3 года? Это вы так... цифра, это... я так понимаю. Ну, дорожная карта. Вот появится схема. После схемы проектирования. Будет разработан проект. Сейчас мы Красногвардейский район по водоснабжению передали в воду Крыма. Вообще работа ведется. У нас в прошлом году филиал. Белогорский район. Создается филиал. Конкретно людям скажите, сколько лет ждать, чтобы они уже успокоились? Мы в 2018 году сделаем проект и будем точно знать, не когда. Не надо волшебной палочки, мы не просим волшебную палочку. Вы скажите, 3-5 лет сколько? Если в этого... Ну, 3-5 лет. Если все пойдет правильно, если под хорошим контролем, 3 года вполне 3 достаточно, года. Чтобы решить этот вопрос. Спасибо, Анатолий Иванович. В этом году схема даст ответ. Дим, пожалуйста, еще. Я от себя хочу задать вопрос. Вот сегодня в СМИ была информация такая, что некая общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала рейтинг экологический регионов России. И Крым в этом рейтинге занял 64 место из 85. Причем, что характерно, за год, за предыдущий период, опустился на 3 пункта, с 61 на 64 место. И среди факторов негативных выделяются в первую очередь незаконные сбросы сточных вод, массовая гибель дельфинов, выбросы незаконных производств, застройка побережья, ну а также вырубки деревьев и стихийные свалки. То есть большинство факторов, о которых говорят эти общественники, которые повлияли на негативный рейтинг Крыма, это связано с загрязнением воды. Так вот, вопрос у меня такой. Если мы принимаем подобные рейтинги, скажем, что они имеют отношение к реальности, насколько эффективно работа действительно ведется, если за год мы снизились? Виталий. Севастополь вообще на 73-м месте, например, находится. Ух ты. Там, наверное, больше промышленности. Да. Сосредоточено. Ну и все. Пожалуйста. Вот. Ну, мне, к сожалению, неизвестны критерии, по которым оценивалось состояние экологии именно Республики Крым. Но, допустим, прозвучала массовая гибель дельфинов, я уже могу сказать, что это голословное обвинение. То есть, по факту, было 2 случая. Но вы знаете этот рейтинг? Слышали о нем? Ну, я сейчас, к сожалению, услышал впервые. Впервые? О таком рейтинге, плохо. Да. Давайте потом узнаете. Дим, пожалуйста, итоги нашего интерактивного, уже не подведем итоги. Или напоминаю, Якуб. Якуб, да. Вот вы сегодня говорили очень хорошо, и знаете все, что делать. Мы давайте, два предложения. Телезрители сегодня. Сейчас, том, Дима, два предложения, чтобы Якуб все-таки на позитиве. 2 секундочки. Давай. Давайте. Два предложения? Два предложения. Все, подытоживаю. Да, подытожим. Ну, мне не хватит 2 предложений. Нет, больше не дам вам. Высказывалось много мнений. Да. Вот мне, например, непонятен пессимистический настрой. Вот все плохо, как лили в море, так и будем лить. Мы в первую очередь должны помнить о том, что это наш дом.
у нас Крым один, у нас море одно, у нас там какая-то речушка, она тоже у нас одна, и мы должны об этом заботиться. Тупиковых ситуаций не бывает. Выход есть всегда. Нет канализации, ставь септик, там еще что-то делай. Есть возможность, подключайся. Альтернатива всегда есть. Государство, жители, как сейчас это пытаются сделать некоторые, да, никого никогда душить не будет. Мы просто хотим заставить людей выполнить все мероприятия в соответствии с действующим законодательством. Спасибо. И ответственно относиться, да, к своему и бизнесу, к жилью, и правильно, и Крыму. И позитив к тому, что мы как бы проводим мероприятия, люди идут за техническими условиями, то есть работа налаживается. На это нужно время. Спасибо. И что касается ответственности по законодательству, давайте уже перейдем к итогам опроса. Телефонный опрос. 32% считают, что большие штрафы могут изменить ситуацию. 6% полагают, что проблемы у них в населенном пункте такой нет. И 62% считают, что пока не реконструируют сети, ничего не изменится. А в интернете, дамы и господа, у нас еще более убедительные результаты. Мне все равно, в нашем населенном пункте нет такой проблемы. Чуть больше 1%. Те, кто заплатит штрафы, задумаются, считают только чуть больше 17%. И 81,5% полагают, что пока у нас сети, очистные сооружения и прочее необходимое оборудование не будет запущено, ничего хорошего в экологической ситуации не будет. Не будет. Ну, как всегда, разные у нас мнения по интернету и по телефону. Мне понравился наш эфир. Я думаю, что конструктив мы даже услышали от представителей власти, от чиновников, что движется, какие-то сроки поставлены, поэтому будем ждать. И еще раз призываем, и правда, любите наш Крым и относитесь ответственно к своим действиям и к своему бизнесу. На этом у нас все. Увидимся ровно через неделю, в следующий четверг, 20:00, в прямом эфире сразу двух телеканалов. Крым-24, Первый Крымский. И помните, что только в нашей программе мы показываем и рассказываем все, как есть. Всем доброго. Понял одну вещь, что наши чиновники, наши специалисты, наши все вот коммунальщики хорошие люди, но они абсолютно не работают с наукой. А связь с наукой абсолютно, я понял, потеряна. И только наука может сказать те действительно шаги, которые можно предпринять сегодня. И за год экологии крымчане увидели, что море стало наконец чище, на улицах городов стало меньше мусора. Кто ведет? Пока побеждает дружба. Подожди, ой, нет, побеждает Саша. Вот у нас сейчас, допустим, ведутся новые строительства в городе. Мы проектируем прокладку сетей к новым домам таким образом, чтобы они обходили как можно больше частный сектор. Дабы дать потом возможность частному сектору по пути исследования этого коллектора в него сам подключаться. Но, к сожалению, тоже не горят желанием. Сколько живет цивилизация, столько есть эта проблема. Но привести в соответствие требованиям действующего законодательства можно в течение, там, думаю, пятилетнего периода. Пятилетку за 3 года. Комплексно сейчас решаются вопросы по ликвидации свалок. Могу привести пример. Только за первые 2 месяца 2017 года ликвидировано свалок большей общей площадью более 38 тысяч квадратных метров. Это, ну, значительные показатели. Определенные должностные лица, ведомства должны заниматься водоотведением, определенные должны заниматься проблемами, связанными с обращением с твердыми коммунальными отходами. Но ни в коем случае не надо одну выставлять, а про вторую забывать. Это мое мнение.
Я могу только посоветовать нашим телезрителям поверить тем людям, которые сегодня занимаются этим вопросом, и подождать. Подождать, потому что вопрос решается не так быстро, как хотелось бы, но он решается. И руководство сегодня республики делает все возможное, чтобы его решить как можно быстрее.